Более 3000 человек стали участниками ежегодного собрания духовенства Московской епархии. Во дворце спорта «Видное», в стенах которого в этом году состоялось одно из главных церковных мероприятий, не было ни одного свободного места. Выбор на Ленинский район как на место проведения собрания пал не случайно. В 2017 году на территории нашего района прошло достаточно масштабное мероприятие, которое проводила Московская епархия. Духовные родники Подмосковья. И посвящена она была новомученикам российским. А вы знаете, что история Ленинского района, как его сегодняшней части, так и часть, которая отошла городу Москве, связана с мучениками именно 20 века. 2017 год стал для Московской епархии очень активным. Были полностью восстановлены 3 полуразрушенных подмосковных храма в Зарайске, а также в Воскресенском и Дмитровском районах. Работа по реставрации святынь продолжится и в ближайшем будущем. Мы строим свои планы, исходя из каких-то минимальных возможностей, которые у фонда появляются. В настоящее время у нас разработано 10 проектов реставрации, которые прошли все должные согласования. Кроме того, в 2017 году Московская епархия принимала участие в многочисленных мероприятиях, посвященных столетию начала гонений на Русскую Православную Церковь. Их цель не только вспомнить, но и духовно осмыслить события тех времен. Знаменателен этот год еще и тем, что сейчас отмечается вековой юбилей с момента возрождения патриаршества. Присутствовавший на собрании губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил то важное значение, которое занимает церковь в нашей жизни. Я считаю, что мы должны в этот день на этом мероприятии быть вместе для того, чтобы еще раз подчеркнуть, показать, что значит православие в нашей жизни, в нашем Подмосковье. Все вот такое партнерство я считаю очень важным и очень ценю. Абсолютное большинство мероприятий социальных у нас проходит с присутствием православной церкви. Для нас это очень значимо. Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Андрей Воробьев был вознагражден памятной медалью во знаменование столетия восстановления патриаршества. Главной отличительной чертой собрания стало то, что впервые за многие годы его участниками стали миряне, прихожане храмов Московской епархии. Сегодня мы собрались в расширенном составе. Такого состава на собрании я 40 лет не видел. Это первое такое собрание. И оно показывает духовный рост не только наших священников, но и благочестивых мирян. В рамках собрания все его участники также могли ознакомиться со стендами тематических выставок, подготовленных к этому знаменательному дню. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.